Всем добрый день! Сегодня у нас 14 декабря, разгар зимы. У нас то и непонятно, зима или нет. Нет, вроде сегодня минус 3, снега нет. Если выпадет снег, тут же плюсовая температура тает. Но это все мелочи жизни, лишь бы мир наступил, а то... То света нет, а то света нет очень часто. Вроде и графики опубликовали, то не соблюдаются эти графики, поэтому и лифт не включают, потому что человек зайдет, хочет ехать, а тут заклинило и все. Так что вот так. А выключается свет, супермаркеты не работают рядом, транспорт не ходит. Вот так и живем, вот так и живем. В магазин, если ходим, то так кое-что, знаете, покупаем. Особо и ничего такого не хочется. Многие блогеры сейчас делают видео на праздничный стол, что какой праздник, господи, неинтересно даже. Но это мое мнение, каждый как хочет, правда? Хочет празднует, хочет не празднует, хочет так все. А я сегодня хочу оладьи сделать дрожжевые. Вот, я развернула дрожжей кусочек, вот, прессованные хорошие дрожжи, заморожены были, разморозились. Сейчас сделаю, заведу тесто на сметане. У меня сметана, брали не от фермера, но это, ну так, наверное, непонятно. Какая-то от фермера... Сметана блестященькая такая, а это как не блестит, как творог, и вкус далекий. Короче, я пару ложек хороших возьму, разведу водичкой на оладьи. Будут оладьи вкусные. Вчера делала суп гороховый с фрикадельками, мяса у меня не было. С фрикадельками тоже вкусно. Горох хороший у меня, разварился, все. Потом еще я варила кашу тыквенную с пшеном тоже. Я делала видео, вкусно довела пшено вначале на воде до полной готовности, выкипела вода уже, все. И тыкву добавляла, и молоко, и все вместе, масло, сахар. Отлично, все вкусно. Ну а сейчас приготовлю эти оладьи. Пока свет есть, вот включила свой софтбокс. И всегда, как надо сказать, что я включаю, вылетает из головы. А тут четко засел софтбокс. Оладьи вот жарю, пышненькие. 25 минут подходило тесто. Жарю на подсолнечном масле без запаха. Пышненькие, сейчас я покажу. Мягенькие, пышненькие. Вкусно, приготовьте. Просто готовится, а получается очень хорошо. Воздушной тревоги сегодня еще не было. Но все относительно. Еще 2 часов нет. Спасибо, что посмотрели видео. Понравилось видео, ставьте лайки. Обязательно приготовьте такие оладьи. Очень вкусные. Я часто готовлю. У меня муж обожает их. Заходите на мой канал. Подписывайтесь, смотрите мои видео. И до новых встреч. И всего вам самого доброго.